И снова всем привет. Мы на Автогаре. Сейчас мои покупают в Сондакика билеты. Отправляемся в наше большое путешествие в Стамбул, в Измит и так далее. У нас погода подкачала, холодно что-то сегодня, градусов, наверное, 16 сейчас. Здесь пусто у нас. Вон там стоит дом уж один, я думаю, это на Измир как раз. Наш, наверное. Посмотрим сейчас. Вот такой у нас Автогар или автовокзал. Мы покупаем билеты вот там, если видите. Last Minute Tour или Сондакика. Он прямо идет в аэропорт, мы зарезервировали билеты. Вот, вон мои выходят. Сейчас билеты стоят 130 рублей на взрослого и 120 на ребенка. Алдама? Тама. Рано ждем своего домуша, пока чай попьем с этими, с почами. Машулька, что-нибудь хочешь, а? Смотри, какие классные. А. Ну, игрушки мы не будем здесь покупать. Сувениры просто. Хочешь посмотреть? Да. Ну, давай посмотрим. Красивая. Это? Да, красивая. И вот это, и вот это, и вот это. И все красивые. Но мы отсюда уезжаем. Нам с собой везти сувениры как-то не очень. Там? Ладно, пойдем. Горячий чай? Что у нас есть? У нас тут почи с кашаром, с желтым сыром. Гёзлиме с потатой, с картошкой. Гёзлиме чёрствое. Да, хорошие. Попались? Даже Маша ест. Сейчас уже пока досидим, да, Маша? Ну, милеке тейзе. Не тейзе. Не тейзе, а милеке ханым? Как вы себя чувствуете? Готовы к путешествию? Да! Но мы сейчас скоро поедем. Вон там какой-то автобус такой выезжает из Стамбула. Ну, мы до Измира. До аэропорта, точнее говоря. Мерц сел в самый период. Но ему там будет рахат, потому что у него ноги длинные. Здесь не очень удобно сидеть. Да? Да, я вешу без ног. Приехали. Мои, как обычно, сбежали. Говорю, нет, возьми тележку, чего он мимо-то проходит? Ну, а что, у пап нету, что ли? Ох уж этот папа. Ну ладно, пойдем. Мир переволновался, все заранее готовит. Красивый этот аэропорт, потом поснимаем. Сдали наконец багаж. Теперь более-менее свободные.
У нас до вылета еще что-то часа два, наверное. Ну, пойдем пока по этому, по аэропорту. Он маленький вообще. Красивый такой. Я так понимаю, папка у нас уже идет на посадку. Мне надо будет бутылку сейчас выбросить с водой. Ну вот мы уже, выход к посадке. У нас вроде 240. Икиюскрк. Гордо. Ты проголодалась? Да. Сейчас сядем, я тебе яблочко дам. Еще другое, то, что я с собой взяла, ладно? Папка, он уже самый-самый знающий уже пошел. А да? Летают. Ой, ты эту ерунду взяла с собой. Ну ладно, хоть не скучно будет. Что-то как-то пусто. Мелики Гальбере. Маша уговорила папку сэндвич купить. А сколько стоил такой? Чуть-чуть денег. Чуть-чуть денег? Да. А за водичкой папа в другое место пошел. Видимо, там совсем дорого, да? Да. Сейчас спросим папу. Там не было, а мы пошли туда. А потом... Да. Хотя приличный сэндвич. Да, и огурчики. Огурчики, да. Да, они пожарили вот этот. Ну хорошо, пожарили. Вон папка идет. Мы скоро будем с водичкой. Что будем? Скоро из Стамбула. Угу. На когда? 200 лир. О. Берабе? То есть 200 лир. Я так и не поняла. Мерт. Сумма туха? Су? 15. Вода 25, а сэндвич 200 лир. Ну, молодцы, конечно. Я представляю, что в Стамбуле. Наш самолет прибыл. Что-то он немножко опоздал, да, Машечка? Это она вот до Уджет вообще, хотя у нас что-то через выход от... И автобус проехал, да, сейчас они... Вон, видишь, Маш, вон там далеко, наш багаж грузят. Да. Сейчас они, это они еще приберутся там? Да, нужно прибраться и там уже... Да, и вот все люди скопились, видишь, как много. Все пойдут вот этот самолет. Точно. Ну, маленький он чуть-чуть. Ну да, тут такие огромные махины летают в Измир. Что-то у нас маленький в этот раз. Здесь по 3 кресла с каждой стороны. Ну, обыкновенные. Мы летали, что там что-то 3, посередине 3, еще 3. Такой огромный. Он что, не заправляет, что ли? По-моему, заправляют. Или да мыть-то не надо. Погода хорошая. Чего мыть-то? Садимся на вон тот синий самолет. Мелики, как всегда, вперед. Вон Ики. 12, Маш. Вон Ики. Мелике, будь без им.
что-то места у нас хреновые. Да. Маш, ну немножко у тебя окошечко есть, правда маленькое. Папа неудачно так тебя взял, да? Пока не взлетели. Мама хороший сюрприз сделала? С окошком на трек. Но если вот так вот, я думаю, видно немножко, да? Да, сделали там, впереди, там очень удобно, там рядом. Угу. Если здесь была кошка. Да, ну ладно, Маш, тут часто всего. Не успеем взлететь, как уже садится. А там уже куча всего будет. Ждем. Да, Машуль. Автобус не вендет футболу лагер. Сам как кармаза. Нет.
сейчас, подожди, людей дофига. А как мы? Ну и мы также. Там, там. Мелики. Мелики. Чабук. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Melike, bekle. Хорошо тут коридор, но что-то как-то в Стамбуле прохладно. Вышли, пойдем за багажом. Быстро идти. Что-то мои втопили, так я за ним не успеваю. Нас там друг ждет просто. Мерт хочет быстрее, чтобы не задерживать. Смотрите, какая интересная реклама. Аренды машин. Машинку сделали. Да? Итак, багаж. А, уже багаж выкладывают. Нашли? Одну нашли. Еще одну сумку. Мы что-то много взяли, если честно. Больше, чем надо. Наша серая, Маша, еще одна. Сейчас будет. Много народу так, люди. Идем на выход. Меня, как обычно, потеряли. Бургер Кинг. Надо будет снаружи одеться. Что-то как-то прохладненько. Ребятки, мы доехали до отеля. Я его вам завтра покажу. Сейчас мы все вместе идем покушать. Погода отвратительная в Стамбуле, еще так холодно, так
Вы что-то такие голодные? Слушайте, мы с Кушадаса до Измира добирались столько же, сколько добирались с этого, с Абихигихчена до отеля. Такие пробки, ужас какой-то. Мы в самом центре города, здесь кругом отели, старые здания. Я еще пока не сориентировалась толком, где мы. Ну, завтра сориентируемся. Да молодец, Маш. Они так что-то бодро в гору идут. Я так не умею. Я скоро буду останавливаться. Мерт, фаркет мэс. Маш, мы можем поближе где-нибудь покушать и уже покушать, а не искать твой гамбургер. Вообще, куда Беркай Амджи идет? Ох, так что у нас тут? Просто шок какой. А, это от Карфура. У нас уже эти арбузы по 14 лир. Что улица какая-то бесконечная. Давай, давай, родная. Что-то мы как-то... Если мы еще и прошагаем по усталым было, я свалюсь где-нибудь тут. Зайти. Так. Ну, как оказалось, если немножко подняться от нашего отеля, выходишь на Истикляль. Ну, мы в центре, точно в центре. Истикляль, как обычно, вечером очень многолюден. А, наше посольство. Давненько я тут не был. Маша еще сдалось ей этот гамбургер в самом дорогом, блин, месте. Там, Гидали. Ой, какое-то странное место. Ладно. Где сядем? Ладно, садись. Что за место мы вообще зашли? Так, ну, бургеры говорили, что они домашние. Сейчас, Маша, я тебе помогу. Мерт уже начал кушать. Какой-то специально заказал. В общем, вот такие вот бургеры. Посмотрим. Маша наелась, довольная. Пойдемте. Не, ну, вообще гамбургер неплохой. И дешево здесь. Тама. Вот такой бургер. Папка расплачивается. Ну, давайте пройдемся обратно до нашего отеля. И на этом, наверное, хватит на сегодня. Да, Маш? Холодно, да? Что-то как-то. Слушайте, градусов, наверное, 15-14. Ну, как видите, холодно в Стамбуле. Все в куртках. Маша очень сильно устала. Мы Машеньку сейчас помоем, уложим. Я вам видюшки смонтирую. А Мерт с Беркай Абе пойдет пообщаться со всеми друзьями. Ну, это хорошо. Пусть идут, выпьют и так далее. Давно не виделись. И Истикляль вообще не изменился. Сколько я тут не было? Год 3-4.
Вот это вот классные баклава и прочее, если кто в Стамбуле. Но здесь на Истикляле оно вообще дорого, но хорошее. Очень многолюдно. Прям совсем. Я пока поверхностно снимаю. Завтра уже пойдем. Я надеюсь, что получше удастся заснять. О, трамвайчик поехал. Что-то мы как-то не туда, по-моему, идем. Не? Олмаз. Мерт. Солк. Йокашка. Шемди Олмаз. Маш, не сегодня. Будет потеплее. Сейчас наешься, и весь отпуск будешь это болеть. Видишь, ты замерзла. Я тебе говорю, что холодная погода. Сейчас найдем этот. Дорогу нормально. Что-то они куда-то не туда, по-моему, ведут нас. Блин. Еще раз. Тапочки. Да, у нас тапки. Маша обнаружила 2 штуки. Ну хорошо, что? Сейчас сделаем. Сейчас я вам еще покажу, пока я не еще не распаковывалась в ванну. Потому что мы пойдем помоемся. А завтра целиком еще номер. В принципе, нормально, как сказать. Вон полотенчики. Туалет, запасная бумага. Немножко в углах грязно, но в целом вообще весь номер чистый. Мне нравится. Да, конечно, не самый там такой прям супер-пупер. А так все, в общем-то, вполне прилично. Если честно, фен есть. Маш, что там смеешься? Ну, они тут останутся потом. Ничего страшного. Сейчас я распакую все, ладно?